Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Замерли экраны теле, верим, что рекорд будет. Была бы душа в теле. Итак, следующая метода, о которой я рассказываю, делается для того, чтобы вы, если вы чувствуете, какая-то у вас привязка, причем привязка негативная, и чувствуете, что это мешает вам жить, то есть по ней может быть утекать энергия кому-то, может, грубо говоря, утекать ваша благодать, которую вы имеете, утекать, грубо говоря, ваша удача. И тем более, если вы еще и знаете этого человека, или, по крайней мере, догадываетесь, то вы можете сделать вот такую штуку. Называется она аутописьмо. А именно, вы представляете того человека, либо же представляете, ну, в уме хотя бы, что вот ту проблему, которая вам мешает, и вы хотите от нее отделаться. Вы берете ручку и начинаете, закрываете глаза, и начинаете с закрытыми глазами как бы вот это все отрывать, вот этот негатив отрывать, вот, ну, будем говорить, вот такими вот движениями отрывать его, перекрывать его, то есть, чтобы эта связь прекратилась. И вы работаете, глаза закрываете, значит, вот это вот, представите, что вы эту проблему убираете, и рука у вас до тех пор малюет бумагу, пока сама не остановится, то есть, так называемое вроде как аутописьмо, но не совсем это аутописьмо. И если все у вас сделано правильно, удачно, то обязательно будет сон, который подскажет, что случилось там, в тех сферах, которые вы перекрывали. Итак, мы представляем, от какой проблемы хотим избавиться, закрываем глаза и начинаем рукой, значит, вот как она, рука пошла, начинаем вот это что-то тут выписывать. Вот мы от всего этого начинаем избавляться, пускай у вас голова пойдет, то есть вы как бы входите в это энергетическое состояние и начинаете работать. Рука у вас пошла сама, так. Все, я от этого избавляюсь от этих вот проблемы. Так, пусть и нажим хороший, вот это, а вот это письмо пошло. И вы делаете. Вот, делаете так. Так, убираем эту проблему. Убираем ее, Она уходит, начинает поддаваться, уходит. А мы делаем. Видите, сколько энергии затрачиваем. Делаем. Так. Все уходит. Проблема уходит. Так. Вот такие всплески иногда бывают. Пошло эмоционально. Все там. Закрываем ее, очищаемся. Все. Проблема уходит. Уходит. В зависимости от того, какую проблему вы решаете, все это дело может быть быстро решится, а может быть вот так вот и долго. Уходит. Так. Есть! Почувствовал облегчение, что я эту проблему решил.
Теперь можно даже посмотреть на все это и выделить какие-то особенности, то есть что это за проблема была, что она собой представляет. То есть вы можете даже увидеть некую сущность, которая мешает вам жить. Так, и вот ее где-то рот, вот. То есть получается, если так вот взять, вот получается, вот они глаза, вот он нос, вот он рот, а это вот эта сущность. И эту вот эту сущность вы от себя оторвали. То есть то, что вам на тонком плане мешает жить, вы ее заблокировали. И сон в эту же ночь вам покажет, действительно ли это так произошло или нет.